Казахстанские студенты планируют активно сотрудничать с европейской молодежью. Сегодня в Астане состоялся 13-й созыв Альянса студентов республики. В нем приняли участие больше 130 активистов. На слете была презентована новая стратегия. Главная цель ее заключается в обмене опытом на международном уровне. По словам лидеров движения, в этом году они уже встречались со студентами из Норвегии, а в следующем проведут встречи с российской молодежью и не только. Проект направлен на патриотическое воспитание, а также на пропаганду здорового образа жизни. Кроме того, в рамках слета памятными статуэтками и дипломами были отмечены самые активные участники движения. Это студенты из Тараза и Уральска. В данной стратегии включено выход на международную арену, сотрудничество с такими организациями, как Европейский студенческий союз и Всероссийский студенческий союз. У нас много студенческих организаций, и в связи с этим мы хотим обмениваться опытами и дать новый толчок в развитии нашего студенчества Казахстана.